Приветствую всех фанатов волейбола. Сегодня в видео мы узнаем, кто же стал обладателем Кубка Легенд. Смогли ли динамовцы прервать череду поражений в финалах, или Зенит, как обычно, победил? Все прямые трансляции и записи матчей вы можете смотреть на официальном сайте Всероссийской Федерации Волейбола, а также на новом телеканале Волейбол, ссылка в описании. Как обычно, попрошу подписаться на все мои соцсети, YouTube, группа ВК, в Telegram заглянуть, там мы последнее время частенько обсуждаем центральные матчи. Ну а я не смею вас больше отвлекать, наливайте чаек или кофеек, приятного аппетита и приятного просмотра. Буквально два слова скажу про матч за бронзовые медали. Белогорье в трех партиях очень уверенно переиграла Кузбасс, который явно случайно оказался на этом празднике волейбола. Пусть на меня не обижаются кемеровские болельщики, но уровень игроков и командных взаимодействий подопечных Сергея Троцкого несопоставим с грандами российского волейбола. Отсюда два поражения по 0-3 и четвертое место. Белогорье же поздравляю с бронзовыми медалями. Протокол встречи у вас на экранах. Ну а теперь то, ради чего вы кликнули на это видео. Финал. Финалище. Седьмой раз подряд московская «Динамо» борется за первое место с казанским «Зенитом». Вербов выпустил основной состав. При этом в диагонали расположился Кирилл Клец, который заслужил появление отличной игрой в полуфинале. У «Динамо», несмотря на не самую лучшую встречу с Кузбассом, в старте вышел Максим Сапожков. Матч стартовал с прекрасного затяжного розыгрыша, где Павел Панков решил проверить, насколько хорошо «Зенит» подготовился к Максиму. Защита казанцев показала, что готова на 100%. Ни одна атака диагонального не прошла. Эпизод завершился ошибкой Антона Семышева в нападении. Команды искали свою подачу, но ввести мяч в игру не удавалось, а Панков усердно пытался нащупать взаимодействие со своим диагональным. Не получалось пока у Макса, 0 из 6 атак на старте встречи. Но подачка все-таки прорезалась у москвичей. Эйса Дениса Богдана вернул номинальное преимущество. Первую атаку в этом матче Сапожков реализовал в затяжном эпизоде на съеме. Кстати, не с передачи Павла Панкова, а ассистировал диагональному Денис Богдан. Полетела подача и у капитана «Динамо». Тяжеловато нападать, когда Кристенсен пасует с 8 метра. В скоростной доигровке гвоздь площадку вколотил Сапожков. Несмотря на неудачный старт, Макс потихоньку начал набирать обороты. Двойной блок на Алексее Кононове вынудил Алексея Вербова взять перерыв, ведь на табло уже было плюс 3 в пользу хозяев. Тайм-аут Игоревич посвятил Кристенсену, и это очень быстро сработало. На подачах американца «Зенит» не только сравнял счет, но и вышел вперед, вынуждая теперь Брянского прибегать к 30-секундной паузе. Сапожков не подал ни одной подачи в первом сете, но когда команде нужно было догонять, одна получилась отлично. Правда, переходящий реализовать не получилось, но повезло, что сработал тройной блок. Эйс Антона Семышева, который своей подачей нашел Кирилла Клеца, номинально вывел хозяев вперед в равной концовке, вынуждая Вербова использовать второй тайм-аут в этом сете. Космически надежен в концовке был и Максим Сапожков, раз за разом оформлявший съем для своей команды. А на подаче у москвичей мы видели максимальный риск, что частенько приводило к ошибкам. Команды отправились выяснять отношения на балансе. И именно на подаче Максима сет завершился. Отличный ввод мяча в игру. Но «Зенит» справился. А Майка Кристенсен с идеальной доводки зачем-то отдал Романовскому в центре сетки. Хотя в 4 был Сэм Деру, который прекрасно демонстрировал себя в атаке. Легкая самоуверенность американца и привела к поражению в этом сете. Тройной блок остановил Кирилла Клеца. 27-25, москвичи выходят вперед. Кстати, друзья, вы можете забрать подарок от нашего партнера по ссылке в описании. Наслаждайся игрой, остальное за Винлайн. Несколько интересных статистических фактов о первом сете. 15 раз нападал Максим Сапожков. «Динамо» выиграла каждый элемент – прием, подачу, блок, но совершила 13 ошибок, 10 из которых на подаче. Переходим в сет под номером 2. И он сразу же нас встречает потрясающим розыгрышем, в концовке которого Сэм Деру решил почувствовать себя Павлом Тетюхиным и выполнил шикарную передачу со второй линии на Романа Романовского.
Молодой центральный пока совсем неуверенно действовал в атаке, вот и в этот раз попал в руки Дмитрия Жука. А казанцы тем временем потихоньку начали нащупывать свою игру. Отличная реакция от Федорова, тяжелейшая передача Кристенсена и реализация от Кирилла Клеца. Кристенсен усердствовал с первыми темпами по заветам полуфинального матча, но москвичи были к этому готовы. Отличный одиночный блок от Максима Белогорцева. Подача «Динамо» летела отлично, что позволяло нам наблюдать потрясающие розыгрыши, насыщенные классной работой на блоке, защитой, командной игрой. Красотища же, именно такой игры мы ждем от финальной встречи. Браво, команды! А такие ситуативные съемы являются украшением нашего вида спорта. Отличное взаимодействие Панкова и Семышева в центре сетки. Прервал спокойное течение этого сета мощный выстрел Павла Панкова. Тайм-аут Вербова, ведь Динамо снова впереди с брейком. Волшебный пендель тренера Зенита опять сработал. Казанцы тут же подняли в защите атаку Семышева, а Клец реализовал доигровку. Но у москвичей принцип набора очков был один. Пушечная подача, смягчение на блоке, высокая передача с Сапожкову. И это работало просто на ура, в огне был диагональный Динамо. Правда, ошибка Дениса Богдана на тройном блоке цифры на табло сравняла, и нас ждала очередная равная концовка, которая стартовала с сейса Дмитрия Волкова. Сразу же тайм-аут Брянского, ведь Зенит начал набирать обороты. Перерыв волшебным образом не сработал. Кононов один в один остановил Дмитрия Жука, а в следующем же розыгрыше закрыл Максима Сапожкова. Плюс 3 у Зенита, хотя буквально только что Динамо был фаворитом этой концовки. Ошибка Павла Панкова сет завершила. 22-25, мощный нокдаун для хозяев площадки. Но как же уверенно Динамо начали третий сет. На подачах Белогорцева москвичи набрали 4 очка подряд. Вот это старт. Набор очков хозяева не прекратили при счете 6-1. Вербов был вынужден взять очень ранний перерыв. Снова станет волшебным тайм-аут наставника Зенита. Давайте смотреть. Ну нет, пока динамовцы просто уничтожают соперника вводом мяча в игру. Два эйса подряд от Семышева, плюс 7 на табло, а партия еще только началась. У москвичей получалось все. Мячи в защите поднимались, блок страховался, а крайние нападающие решали вопросы в любой ситуации. Динамо играло вдохновенно, и отрыв увеличивался все сильнее. При этом команды продолжали радовать нас длительными эпизодами с отличными взаимодействиями. Сет завершился очень быстро. Эйс Максима Сапожкова поставил в нем точку. Разгромные 25-13 и 2-1 в пользу Динамо. Кто ожидал такого? Браво подопечные Константина Брянского. Как бы ни закончился матч, игру команды показывают отличную. Вербов решил пойти по стопам Климкина и спасать команду в 3 доигровщика. Лабинский вышел в роли номинального диагонального. И тут же стали понятны плюсы данной схемы. Видимо, задача Зенита – побольше подержать мяч в воздухе. Пока отличная подача Кононова подарила легкий переходящий для дыру. Казанцы добывают брейковое преимущество на старте 4-го сета. У москвичей же очень хорош был Максим Сапожков. Даже в таких тяжелейших ситуациях диагональный Динамо находил удачные решения. Ну а в этом эпизоде без везения не обошлось. Что за розыгрыш? Красотища! Замолкаю и даю насладиться. Москвичи не тушевались и играли очень уверенно, поэтому спокойно догнали, а блоком на Дмитрии Волкове заработали уже свой брейковый отрыв – тайм-аут Алексея Вербова. И то ли Динамо после перерыва соперника расслабляется, то ли настолько мощен волшебный пинок Вербова, что казанцы на подачах Волкова набирают 4 очка подряд. Теперь уже Брянский берет паузу. Равная борьба с небольшим преимуществом Зенита продолжилась. Ни хозяева не могли догнать, ни казанцы оторваться больше, чем на 2 очка.
И тут вмешалась подача капитана москвичей, которую он буквально продавил в верхний трос сетки. Ну а этот эпизод стал настоящей борьбой за инициативу в концовке четвертого сета. Восхитительный момент, который по первому решению судьи остался за «Зенитом». Но в результате челленджа мяч достался «Динамо». И какие же красочные эпизоды подарила нам концовка. Вы только посмотрите на эти эмоции Сэма Деру после блока на Максиме Сапожкове. Как будто вывел свою команду на Олимпиаду, радуется бельгиец. Такая партия не могла уложиться в установленном лимите, и команды отправились выяснять отношения на балансе. Где все решилось на подаче Павла Панкова. Два отличных ввода мяча в игру и две атаки Дмитрия Волкова в поисках пальцев блокирующих, которые завершились ошибками. 27-25, 3-1, Динамо заслуженно забирает Кубок Легенд. Москвичи сегодня играли лучше, чище, агрессивней. Ну и смогли удержать космический уровень давления на подаче. Очень хорош был Максим Сапожков. Несмотря на не самый удачный старт матча, Макс набрал сумасшедший ход, став самой надежной опцией в атаке в любой ситуации. Именно он стал самым результативным игроком встречи, набрав 23 очка. Остальная статистика на экранах ваших устройств. Вот так получается, что Кубок Столетия и его продолжение Кубок Легенд достаются московскому Динамо. Будем честны, совершенно никто не верил в такой результат, но подопечные Брянского провели сумасшедший по качеству матч. Кстати, стоит отметить, Динамо выиграло финал без единого легионера. Учитывая глубину скамейки, потенциал у команды огромный. Казанцам же как будто не хватило эмоциональных сил. Видимо, голоса в голове твердили им, что скрытый финал в матче с Белгородом они уже выиграли. И сегодня им просто вынесут кубок. Хорошая мотивационная оплеуха для подопечных Алексея Вербова. Белогорье же поздравляю с заслуженными бронзовыми медалями. Будем честны, Кузбасс на этом празднике волейбола был белой вороной. Слишком уж большая разница в классе. Огромное спасибо за просмотр и вашу поддержку. Как обычно, попрошу подписаться на все мои соцсети, YouTube, группа ВК, Telegram заглянуть. Там я последнее время стараюсь больше общаться с вами и делиться какими-то мыслями. Ну а с вами был Григорий Никифоров, такой же, как и вы, фанат волейбола. До скорой встречи!